В Жамбылском районе увеличилось количество граждан, желающих принять участие в пилотном проекте. Большинство из них планируют заниматься животноводством и растениеводством. Так, в сельском округе Бесагаш 280 человек подали заявление на получение кредита. 35 из них, получив денежные средства, уже приобрели скот и начали развивать свой малый бизнес. Один из тех, кто открыл свой собственный бизнес – Жумабек Садыков. Он получил кредит на сумму 3 миллиона 300 тысяч тенге. Из Туркестанской области закупил 30 голов овец породы гисар, еще 20 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, на корм для животных было затрачено около 500 тысяч тенге. На данный момент поголовье скота активно растет. Сам Жумабек отмечает, что убедился в том, что проект выгодный. Я мечтал заняться овцеводством. И вот, потихоньку воплощаю мечты в реальность. Конечно, благодаря господдержке. Спасибо акимату. Буду увеличивать поголовье скота, затем продавать и таким способом закрывать кредит. Осет Сапиев на сумму 3,5 миллиона тенге приобрел одну лошадь, 4 коровы, 6 быков и более 20 голов овец. Он отметил, что 2,5% кредит выгоден для сельских граждан. При этом отметил, что создание и функционирование кооператива внесут вклад в улучшение социального положения населения. Это, наверное, дар Всевышнего нашему селу. По инициативе Аскара Мурзахметова получили кредит под 2,5%. Это улучшит социальное положение нашего района. Конечно, очень удобно и выгодно для селян. В рамках пилотного проекта в сельском округе создан сельскохозяйственный кооператив «Эскесет». На данный момент в нем более 100 членов. Техника приобретена на всех на общую сумму 100 миллионов 700 тысяч тенге. На сегодняшний день прибыл 11 единиц техники. Все приняли. Есть специальные места для парковки. Поставили туда. Если будет хорошая погода, техника готова приступить к работе. До этого хозяйства получали в кредит только одну или две единицы техники. А здесь вся необходимая для села техника приобретена за раз. Это большая поддержка. Помощь селу. Пилотный проект – хороший шаг, направленный на улучшение социального положения населения. Действительно, проект является выгодным для безработных граждан. Они начинают открывать свой малый бизнес, заниматься животноводством и растениеводством. Благодаря этому у жителей появилась возможность улучшить свою жизнь. Необходимо только работать и не лениться. Виктория Трегубова, Азат Батимир.